Всем привет, с вами Марс. Сегодня мы играем... Играем в DayZ. DayZ это модификация к Arma 2. Также есть модификация, точнее уже полноценная игра, которая была выпущена под названием DayZ Standalone. Это игра про выживание. Онлайновая игра, которая... которая буквально заставляет вас либо кооперироваться с другими игроками, либо убивать все, что движется, я имею в виду других игроков. Поскольку эта модификация есть и в России, у нас преимущественно это Deathmatch. Ну да и черт бы с ними. Я уже немножко побегал, немножко знаю, что тут да как. Раньше я играл в DayZ, но из-за обилия читеров пришлось его покинуть. К тому же модификация еще не очень стабильно работала. Да где этот чертов вертолет? А вот. Или нет? Да. Так как вы видите, я не очень многослоен. Ну, потому что, во-первых, это DayZ. Почему он завис? Мне просто интересно. Ну, во-первых, потому что это DayZ. А в DayZ лучше всегда быть осторожным, и тогда ты выживешь. В принципе, есть такие асы, которые живут очень и очень долго в DayZ. Ну, за такое время уже, сколько, почти 2 года прошло, а меньше, где-то около года. А с тех пор, как вышел вообще DayZ... Ай, черт, я спалился. Завтыкал, что тут зомби. Вроде отвалился. Так, ну мы немножко побегаем. Посмотрим, что тут да как. Я играю на сервере. Ой. Он начал двигаться. Где не так уж и много людей. Сейчас меня сожрет. Да. Анимацию, я вижу, не переработали. Так как ты? Это все? Да, как видите, я великолепно играю в DayZ. Я согрел на себя всю округу. Верно? Совершенно верно. Что, ну вас лучше в жопу. Я ухожу. Кровь свернулась. Или они мне ее даже не пустили, но тем не менее мне повезло. По крайней мере, теперь ребята на вертолете знают, где я. Это печально. Почему оно подлагивает, я не знаю. Может, это бандикам меня подводит так. Потому что когда я играю в одиночку, вроде как все нормально. Так, у меня осталось одна обойма.
все не очень радужно. Но в любом случае это лучше, чем ничего. Просто играть с такими лагами, оно невыносимо на самом деле. Но, тем не менее, можно. Так, Электрозаводск. Добро пожаловать. Меня, скорее всего, убьют. И куда ты бежишь, идиот? Зачем тебе? Просто скажи, зачем? Чё, план кусты не работает? Так, зомби заспавнили, значит, есть лут. Это великолепно. Но поскольку я уже растерял все, что мог, ну, в плане неожиданности, в плане скрытности, то придется выживать как-то по-иному. Товарищи, не нужно этого. Как ты выжил, мразь? Как? Господа, я умираю. Ой, 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 зачем я это сделал? Ребят, прощайте. Походу, мое такое возвращение в Days не увенчалось успехом. У меня один единственный шанс, это магазин. Ну, кровь, надеюсь, свернется, да. Великолепно, кровь. Ага, сейчас. Оптимист. Забегаем в магазин. Что-то там были такие слухи, что теперь в зданиях они тоже могут бегать, но надеюсь, это неправда. Нет, все хорошо. Ты что, живой? Я вообще-то в тебе не с... И с воздушки стреляю. Короче. Вертолет. Не, все, это смерть. Это все. Это уже смерть. Потому что парни на вертолете, они меня не простят за это. За то, что я спалился. Ты чё ходишь-то через текстуры? Кто ещё? У меня осталось всего 8 патронов. И это очень плохо. Воу. Ребят, может вы это как-то спокойней? Я все-таки думаю, что вертолетчики сейчас придут. И ждать их долго не придется.
Давайте, ребята, уходите. Что тут у меня все плохо? Да нет, вроде бы нормально. Что это такое? Манга слушай. Они за стеной там. Хорошо. Но особо лута нету. Но тем не менее хоть что-то. Хоть убежище. Хоть живой. Не лагай. Так, 7 патронов. Слишком криков. Уверен, это плохо закончится. Оу. Я великолепный стрелок, кстати. Вы заметили, да? Оу! Нет патронов. Я невероятный стрелок. Какая разница, пора уже умирать. Как ты жив-то еще? Кто там еще ползает-то? Мразь, ты куда пополз? Ой, нет. Я слышу машину. Это Урал. Где-то здесь. Скорее всего, зайдут через задний. Отвали. Иди отсюда. Они по-любому высадились. Сейчас придут за мной. Так, ну я чувствую, там и вертушка, и все. Ну давайте выйдем уж. Чего уж тут? Где он ездит? Я не могу понять. Где-то явно рядом, но... Ой-ой-ой-ой. На танке, ёб вашу мать.
их начал отстреливать. Ох, красавцы. Молодцы. Красавчики. И вот кто-то стреляет вот с этой стороны, в мою сторону, да? Если я не прав, то я не прав. Так, ну тут часы есть, фляжка. Что? Да, я что-то как-то себя так мирно веду, ну то есть как мирно, беспечно. Слово лучше подойдет. Так, а это что? То я уже компетент. Чё? Давайте заберем. В любом случае он пригодится. Не, ну я никого не вижу, поэтому не знаю. Так, ну я думаю, серию буду и заканчивать, то есть это как серия, это такое мое хреновое возвращение в DayZ. Как вы видите, из-за лагов я очень-очень плохо играю. Может, ты не будешь меня стрелять, а? Давайте-ка на этом я уже и закончу. Мне попался вот такой товарищ. И вот такие вот товарищи на вертолете, которые вечно тут контролят все. Надо тут где-то найти огромный... Ой, как все плохо. Они, короче, один против другого воюют. Это великолепно. Сейчас найду тут укромный уголочек где-то, заханыжусь и пошел.
пожалуй, закончу. Ой, 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 какой капец. С калаша стреляю. Вот это то, о чем я говорил, между прочим. Это дедматч. Так, давайте-ка попьем. Так, ну и все, этого достаточно. И будем выходить. Всем спасибо за просмотр, всем пока, до новых видео, с вами был Марс, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем пока.